Всем привет! В этом видео я хочу вас научить вязать вот такой очень простой шарфик крючком. Я буду показывать медленно, так что даже начинающие вязальщицы с легкостью справится. Посмотрите, какой он нежный, легкий и очень красивый. Итак, надеюсь, я вас убедила, поэтому давайте приступим. Для начала я хочу сказать, что... Шарфик у меня получился 21, если чуть-чуть растянуть, 22 сантиметра. Хотя я набирала цепочку 27 сантиметров. Такой узор достаточно сильно съедает ширину. И поэтому, когда вы вяжете шарфик, то закладывайте 5-6 сантиметров на то, что шарфик у вас убавится для изначальной цепочки из воздушных петель. Ну и таким узором прекрасно можно связать палантин. Он будет нежный, легкий, поэтому я советую. Я этот шарфик еще не довязала и хочу перевязать, сделать пошире где-то 30-35 см. Ну а сейчас давайте я расскажу немножко о пряже. Пряжа у меня Color City Leto очень мягкая, нежная пряжа, идеально подходит для шарфика. Вязала я крючком на 1,75. Посмотрите, в составе у нас 75% хлопка и 25% микрофибры. Также эту пряжу могу посоветовать для вязания детских изделий. Но она тоненькая, в 50 граммах 350 метров. Если вы начинающий вязать, то возьмите пряжу немножко по толще, например, это может быть мелкотон от этой же фирмы. Ну и в итоге получится вот такая красота. Узор простой и очень красивый. Почему шарфик советую вязать пошире? Потому что на шее вот так он красиво будет сбираться при таком узоре. И более эффектно будет выглядеть, когда будет пошире. Поэтому обратите на это внимание. А вот схема, по которой мы будем вязать. Я ее обязательно выложу в группы. Ссылочки на группы найдете в описании к видео. Давайте ее разберем. Для начала нам нужно набрать цепочку из воздушных петель кратные 10. Но набираем побольше, потому что узор съедает ширину. Я буду вам показывать из пряжи Milk Cotton, она немножко потолще. И крючок, соответственно, я взяла побольше. Это АДИ номер два. Итак, приступаем. Вначале мы делаем первую рабочую петлю. И набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот наши 10 воздушных петель. Еще раз 10 воздушных петель. И вот так, набирая по 10 петель, нам нужно получить цепочку необходимой длины. Сейчас у меня 20 петель. Я набираю еще 10. Набрали 10 петель, замерили. Если цепочка маленькая, набираем еще 10 и так далее. Я вяжу образец, поэтому не равняйтесь на мое количество петель. Вам нужно набрать цепочку нужной длины, чтобы шарфик получился достаточно широким. Когда вы набрали цепочку необходимой длины, кратные 10 приступаем к вязанию первого ряда поглядите в начале ряда у нас идут 1 2 3 4 4 дополнительных воздушных петель и вот он первый ряд начинается он и заканчивается двумя столбиками с одним накидом вместе но здесь почему-то на схеме, Показаны 3 воздушные петли подъема, хотя их должно быть всего 2. Поэтому дополнительно нам нужно набрать не 4 воздушные петли, как тут, а 3. На это не обращайте внимания, я вам покажу, как вязать. Итак, в начале ряда делаем 2 столбика с накидом вместе. Затем 3 воздушные петли. Отсчитываем 1 2 3 4. И в эту петлю провязываем 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И начиная с этой петли провязываем 3 столбика с одним накидом вместе. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Каждую четвертую петлю будем вязать. Тут 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, 3 столбика с одним накидом вместе. И так вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, в четвертую петлю вяжем 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли, в конце должно остаться 5 воздушных петель четвертую и пятую петлю вяжем 2 столбика с одним накидом вместе. Ряд заканчивается и начинается одинаково. Посмотрите, отмечаем крайнюю петлю. Ее можно вот так, как я пальцем отметить, а можно булавочкой отметить цветной ниткой, как вам удобно. Теперь делаем раз, два, три. Дополнительно три воздушные петли. Не 4, а 3. Накид в отмеченную петельку от крючка она четвертая. Заводим крючок и провязываем один столбик с одним накидом. В итоге у нас получилось 2 столбика с накидом вместе в начале ряда. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Далее отсчитываем снизу четвертую воздушную петлю. Накид. Раз, два, три, четыре. Заводим в нее крючок и провязываем столбик с одним накидом. Первый столбик. Накид в эту же петлю. Провязываем второй столбик с одним накидом. Накид и в эту же петлю третий столбик с одним накидом. Вот. Три воздушные петли. Один, два, три. Дальше накид отсчитываем. Три воздушные петли. Раз, два. 3 и начиная с 4 вяжем. Заводим крючок, захватываем нить и провязываем накид. Стоп! На крючке 2 петли. Накид. Заводим крючок в следующую петлю, захватываем нить и провязываем накид. На крючке 3 петли. Накид. Заводим крючок в следующую петлю, захватываем нить и провязываем накид. На крючке 4 петли. Из них делаем одну. Мы с вами провязали 3 столбика с одним накидом вместе. Далее делаем еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид снизу пропускаем 3 петли. Раз, два, три. В следующую петлю заводим крючок и провязываем 3 столбика с одним накидом. Все это вяжем в одну петлю. 1, 2 и еще один столбик с одним накидом. 3. 3 столбика с одним накидом и 3 воздушные петли 1 2 3 снизу пропускаем 3 петли 1 2 3 начиная с 4 провязываем 3 столбика с одним накидом вместе Накид заводим крючок в петлю и провязываем только накид. Накид заводим крючок в следующую петлю, провязываем только накид. На крючке 4 петли, из них делаем одну. Вот что должно получиться. У нас чередование идет. Затем... 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид снизу мы пропускаем. 1, 2, 3. В следующую петлю заводим крючок и провязываем 3 столбика. Все 3 столбика вяжем в одну петлю. 1, 2, 3. Все ну и 3 воздушные петли. Узор очень простой, каждый ряд простой, поэтому не переживайте, все обязательно получится. Сейчас нажмите на паузу и довяжите свой шарфик до конца. В конце должно остаться ровно 5 воздушных петель. Накид. Посмотрите, Раз, два, три, четыре, пять, пять воздушных петель. Один, два, три петли пропускаем. Затем заводим крючок в четвертую петлю. Раз, два, три, четыре. Вот она. И провязываем только накид. Накид заводим крючок в пятую петлю и провязываем только накид. Из трех петель делаем одну. Ну вот и все. Первый ряд у нас готов. Давайте разберем, что же мы будем вязать далее. А далее делаем цепочку из восьми воздушных петель. Вот она. И вяжем три столбика с одним накидом в вершинку каждого столбика предыдущего ряда. Затем 7 воздушных петель а снизу, где у нас такой треугольничек, мы пропускаем, ничего не вяжем. Три столбика с одним накидом вяжем в вершинку каждого столбика и 7 воздушных петель. Снизу, где треугольник, мы ничего не вяжем. Три столбика с одним накидом и так до конца ряда. В конце ряда 3 воздушные петли и столбик с тремя накидами – Вершинку вот этого столбика. Как вязать я, конечно же, все покажу. Итак, приступаем. В начале ряда делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поворачиваем наше вязание. Находим... Раз, два, три. Три столбика с одним накидом. Накид. Заводим крючок за обе стенки или обе полупетли. И провязываем столбик с накидом. Снова делаем накид, заводим крючок за обе стенки и провязываем еще один столбик. В каждую петлю по одному столбику с одним накидом. Накид, Заводим крючок, вершинку столбика предыдущего ряда и провязываем третий столбик. На треугольничком мы ничего не вяжем. Делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем. Находим снова 3 столбика с одним накидом и провязываем вершинку каждого столбика по одному столбику с одним накидом. Один, один и еще разок. Один. Вот так три столбика с одним накидом. Затем семь воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну и так вяжем до конца. Здесь мы пропускаем, заводим крючок в вершинки столбиков с одним накидом и провязываем 3 столбика с одним накидом по одному столбику в каждую петлю до конца ряда можете нажать на паузу или перемотать видео немножко назад и вместе со мной продолжить вязание вот что у нас с вами должно получиться поглядите ну и заканчиваем ряд делаем 3 воздушные петли 1 2 3 1 2 3 3 накида Теперь находим столбик с одним накидом. Здесь у нас три воздушные петли, а тут столбик с накидом. И вот в вершинку этого столбика с накидом провязываем первый, второй, третий накид и довязываем столбик с тремя накидами. Вот он, какой ряд у нас с вами получился. Очень красиво. И уже видно сейчас, что шарфик у нас становится поуже. Итак, приступаем к новому ряду. Вот он, третий ряд. Немножко похож на первый, но начинается и заканчивается двумя столбиками с одним накидом в одну петлю. Здесь у нас, посмотрите, два столбика с одним накидом. И здесь два столбика с одним накидом. Итак, в начале ряда делаем 3 воздушные петли подъема. И в вершинку столбика еще один столбик с накидом. 3 воздушные петли. Теперь 3 столбика с накидом вместе. 3 воздушные петли. Отсчитываем четвертую петлю и в нее провязываем 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. Затем делаем 3 столбика с накидом вместе. 3 воздушные петли. Отсчитываем четвертую петлю и провязываем в нее 3 столбика с одним накидом. Ну и так вяжем до конца ряда. 3 воздушные петли. 3 столбика с одним накидом вместе, а заканчиваем ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И в четвертую петлю провязываем 2 столбика с одним накидом. Все, ряд готов. Давайте его свяжем. В начале ряда делаем 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И поворачиваем наше вязание. Вершинку столбика предыдущего ряда провязываем один столбик с одним накидом. Крючок также заводим за обе стенки. Вот. Теперь делаем, как и в первом ряду, 3 воздушные петли. Раз, два, три. Накид. Заводим крючок в вершинку первого столбика за обе стенки и провязываем только накид. Стоп. Накид. Заводим крючок в вершинку второго столбика и провязываем только накид. На крючке уже 3 петли. Накид. Заводим крючок в вершинку третьего столбика и провязываем только накид. На крючке. 4 петли. Из них делаем одну. Захватываем нить и протягиваем. Все. Мы с вами связали 3 столбика с одним накидом вместе. Теперь 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Делаем накид на крючке. Расправляем нижнюю цепочку и отсчитываем. Раз. 2, 3, 4. В эту петлю заводим крючок и провязываем 3 столбика с одним накидом. Раз. В эту же петлю второй столбик с одним накидом и в эту же петлю третий столбик с одним накидом. Вот. Теперь три воздушные петли. Один, два, три. Снова три столбика с одним накидом вместе. Накид. Заводим крючок в вершинку первого столбика. Провязываем только накид. Накид. Заводим крючок в вершинку второго столбика. Провязываем только накид. Накид. Заводим крючок в вершинку третьего столбика, провязываем только накид. На крючке 4 петли, из них делаем одну. Вяжем далее 3 воздушные петли. Раз, два, три. Делаем накид. Снизу отсчитываем четвертую петлю, заводим в нее крючок и провязываем 3 столбика с одним накидом. Вяжем все в одну петлю. 1, 2, 3. Вот. Ну и сейчас можете нажать на паузу и спокойно довязать весь ряд до конца. Можете перемотать немножко назад и также спокойно вместе со мной провязать этот ряд. Ну а сейчас я делаю 3 столбика с одним накидом вместе. На крючке 4 петли из них делаю одну и смотрите, как заканчивается этот ряд. Вот мы дошли до края ряда. Начинался он с двух столбиков с накидом, значит и закончится двумя столбиками с одним накидом. Делаем три воздушные петли. Раз, два, три. Накид отсчитываем. Раз, два, три, четыре. Заводим крючок в четвертую петлю и провязываем всего два столбика. Один, Два. Все. Вот теперь ряд готов. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. И разберем новый ряд. Новый ряд вяжем. Три воздушные петли подъема и вершинку второго столбика. Столбик с накидом. Семь воздушных петель. Три столбика с одним накидом. 7 воздушных петель, 3 столбика с одним накидом. 7 воздушных петель, 2 столбика с накидом. Он очень похож на второй ряд, только начинается, заканчивается иначе. Итак, приступаем. В начале ряда делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И поворачиваем наше вязание. Накид вершинку второго столбика. Провязываем один столбик с одним накидом. Крючок заводим за обе стенки. Делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид. Заводим крючок в вершинку первого столбика из трех и провязываем столбик с накидом. Накид. Заводим крючок в вершинку второго столбика из трех и провязываем столбик с накидом. И еще раз. Заводим крючок за обе стенки, провязываем столбик с накидом. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Пропускаем здесь треугольничек и находим снова три столбика с одним накидом. Вершинку каждого столбика провязываем по одному столбику с одним накидом. Один, два, три. Всего три столбика. Вот что должно получиться. Поглядите. Далее делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Нажимаем сейчас на паузу и довязываем ряд до конца самостоятельно. Но я покажу, как его закончить. Накид на крючок делаем. Заводим крючок в вершинку первого столбика из двух. И провязываем столбик с одним накидом. Далее накид и заводим крючок раз, два, три в третью воздушную петлю подъема и провязываем столбик с одним накидом. Ну вот и все. Ряд наш готов. И мы можем приступить к вязанию нового ряда. Он вяжется точно так же, как и первый. Теперь все ряды будут повторяться. Посмотрите. Вот он, ряд пятый, такой же, как и первый. Начинается и заканчивается двумя столбиками с одним накидом вместе. Но здесь снова три воздушные петли, а надо делать всего две. На это обратите внимание. Не три, а две. И столбик с одним накидом. Затем, как обычно, три воздушные петли, три столбика с одним накидом в одну петлю. 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом вместе. 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом в одну петлю. 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом вместе. Довязываем ряд так до конца. А в конце он заканчивается так же, как и первый. Три воздушные петли, два столбика с накидом вместе. И приступаем к вязанию следующего ряда. Он вяжется точно так же, как и второй. Вы просто можете перематывать видео на начало и вязать вместе со мной в своем медленном темпе. Но я все-таки покажу этот ряд. 2 воздушные петли подъема затем накид, заводим крючок в вершинку 2 столбика и провязываем 1 столбик с одним накидом. Вот так вяжется 2 столбика с накидом вместе в начале ряда. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Поворачиваем цепочку, отсчитываем раз. 2 3 4 вот она и провязываем в одну петлю 3 столбика с одним накидом 1 2 3 далее вяжем 3 воздушные петли один Два, три. И там, где у нас три столбика с накидом в предыдущем ряду, в каждую вершинку заводим крючок и провязываем только накид. Накид заводим крючок в следующую вершинку, провязываем только накид. Накид заводим крючок в вершинку, провязываем только накид. На крючке 4 петли из них делаем одну. И получаем 3 столбика с одним накидом вместе. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Поворачиваем цепочку. Накид. 1, 2, 3, 4. Заводим крючок и провязываем 3 столбика с одним накидом. Все вяжем в одну петлю. 1, 2, 3. Ну и затем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. 3 столбика с одним накидом вместе. Крючок заводим в вершинку каждого столбика предыдущего ряда и провязываем только накид. На крючке 4 петли и с них делаем одну. Так, посмотрите, что у нас получается. Три воздушные петли. Один, два, три. Накид. Раз, два, три, четыре. В эту петлю заводим крючок и провязываем три столбика с одним накидом. Один. 2 3 Ну и довязываем так весь ряд до конца. В конце делаем 3 воздушные петли 1 2 3. В начале мы сделали два столбика с одним накидом вместе, значит в конце тоже же самый накид, Заводим крючок в вершинку первого столбика, провязываем накид. Накид, заводим крючок в третью воздушную петлю подъема, провязываем накид. На крючке 3 петли, из них делаем одну. Итак, теперь мы вяжем второй ряд. Я уже к схеме не буду обращаться, но вам все-таки покажу. В начале ряда делаем 8 воздушных петель подъема. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И поворачиваем вязание. Теперь будем вязать по 3 столбика с одним накидом в вершинку каждого столбика. По одному столбику. 1 один один вот снизу мы пропускаем находим снова три столбика с одним накидом перед этим делаем семь воздушных петель не торопимся вяжем в спокойном темпе накид Теперь в каждую вершинку вяжем по одному столбику с одним накидом. 1, 1, 1. Так, 7 воздушных петель и снова 3 столбика с одним накидом. Треугольник снизу мы пропускаем находим 3 столбика с накидом и в вершинку каждого провязываем по одному столбику с одним накидом. Так. И довязываем весь ряд до конца. Поглядите. В конце делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 накида на крючке. Находим вершинку столбика с одним накидом. Заводим в нее крючок и провязываем 1, 2, 3 накида. Довязываем столбик с тремя накидами. Посмотрите, какая красота получается. И вяжем так все необходимые ряды. Вы можете перематывать видео назад или вязать по схеме. Ну и в итоге у нас получится вот такой очень легкий, красивый шарфик крючком. Я надеюсь, что все понятно было в этом мастер-классе, и вы с удовольствием свяжете себе такой шарфик. -крючком или Палантин. Не забывайте присылать фотографии своих работ в группы ВКонтакте и Одноклассниках, а также отмечайте меня в инстаграме. Мне всегда интересно посмотреть, что же у вас получилось. Спасибо, что вязали вместе со мной. Увидимся с вами в новых мастер-классах. Ну а в комментариях пишите, что бы вы еще хотели связать. До встречи в новых видео. Пока-пока!